сходство, которое поразило весь мир. В Афганистане появился молодой человек, как две капли воды. Похож на легендарного актера и мастера восточных единоборств. Помимо внешнего сходства, 20-летний Аббас Ализаде с легкостью воспроизводит классические приемы и стойки Брюса. Сложную технику боевых искусств он освоил самостоятельно, внимательно изучая фильмы с участием Ли. Талантливого юношу заметил профессиональный тренер и взял под свою опеку. Сам Аббас теперь заявляет, что готов завоевать чемпионский титул и покорить Голливуд. Ну и видя, как он копирует своего кумира, пробиться на фабрику грез у него может получиться.